Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков сегодня мы с вами прогуляемся в сторону Ильичевца. И по пути главной нашей целью будет дом по проспекту Нахимова 176. И начинаю я свой маршрут от своего дома. Он все еще в процессе восстановления. Обещают окончание восстановительных работ до конца 2023 года. Следующий дом, проспект Нахимова, 194. Нахимова, 192. 190. Частный сектор здесь очень сильно пострадал. По центру дом по Нахимова 188. Его восстанавливают. 186. Отсюда на горизонте мы можем наблюдать, как работает кран. Возводят Нахимовское училище. А также на горизонте отсюда видна высотка. Это санаторий здоровья. Номер дома 180. Нахимова 178. В этом доме восстановили несколько пролетов. Отсюда видно, как выкладывали стены из кирпича. И мы подходим к дому номер 176. В доме восстановили кровлю, установили новые окна. Перед домом во дворе много строительного материала. Позже будут приводить этот двор в порядок. В доме еще ведутся восстановительные работы. Это дом номер 178 с другой стороны. Тротуары и дороги по этой улице уже шикарные. Дом по Нахимова 174/1. Здесь раньше был кинотеатр «Комсомолец», затем была церковь. И сейчас это здание в процессе восстановления. Здание, в котором находился офис ОБСЕ, преображается на глазах. И, судя по всему, будет выглядеть еще краше, чем раньше. Спорткомплекс Ильичевец.
Здесь был разрушен фасад и несущие конструкции. Но этот спорткомплекс уже выглядит шикарно. И мы с вами уже дошли до центральной аллеи Приморского парка. Этот парк очень сильно преобразился. Но он еще в процессе его восстановления. И мы прогуляемся по нему в другой раз. Здесь построили новую спортплощадку, и я мимо не пройду. Приморский парк с каждым днем преображается все больше и больше. Здесь будет новая аллея, стелят асфальт. Будут новые дорожки для прогулок, пробежек и велосипедистов. На спортплощадке установлено ночное освещение со светодиодными лампами. Площадка большая. Мимо турников не проходим. Итак, друзья, это был краткий видеообзор некоторых объектов по проспекту Нахимова. И по центральной аллее Приморского парка мы с вами прогуляемся еще не один раз. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Всем мира и добра. Пока!